Всем привет, уважаемые подписчики и зрители канала, с вами Титан, и Хаммерс уже, наверное, может, приехал, когда смотрите, не знаю, когда эта серия выйдет. И мы продолжаем играть в Хардстоун. Ой, в общем, в принципе, ну как, я выиграл легендарку, да, там, распылил потом ее. Две победы было, да. Ну, в остальном проигрывал все. Но продолжим. Не буду я затягивать время, продолжим дальше. И у нас это последний, получается, смотрите, заход на арену, да? То есть, насколько серия растянется, не знаю, но вот последний заход. И если мы выиграем 25 золота, то у нас еще будет один заход на арену. Поэтому как бы вот так, может быть, хорошо будет. Конечно, уже уставать начинаю, потому что это уже шестая серия по 40 минут. В данном случае, может, организм устает, но я, как бы, как скажем, мне интересно снимать, играть, арена это вообще. Только часов, а со скольки я сижу, кстати? О, ребята, вы знаете? Ну, я, по-моему, там 10, 30, раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Я почти 4 часа снимаю уже. Без перерывов, вообще-то. Пам. Он получил карту, согласен. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Чуть не забыл. Уже, видите, устаю уже. Неплохо сыграно. Ты еще снимаешь? Снимаю, Распутин, снимаю. Снимаю. Устал. Вообще. 4 часа снимаю. Может. Распутин спрашивает. Так. Но, давай, воин. У нас время, у нас съемки, время. Вот плохо говорю, нельзя ему написать, а? Как-то. Что? Давай, съемки идут. Сколько серий? Ну. Что же теперь?
Что шестую снимаю? Шестую снимаю. Ну давай, давай, воин, ну. Мурлоки пошли. Так. Интересно. Ага, нет, это мы не будем. Так, так. Можно секрет потом этого реферала. Замораживает ровно существо. А по одиночке получается. Но можно монозмея. Можно монозмея и секрет. О! Можно монозмея. Секрет. О. Так. А, ну что я так могу? Да, да, да. Может, магом и получится, не знаю. Может, и хотя бы 2 или 3 победы магом получится. Все-таки, ну... Я, в общем, люблю магом играть. И я знаю, как им играть. Ну, просто мне он надоел. Я потому что в своей колоде им постоянно играю. Я же говорил, что хочу 500 побед им сделать. Я причем там даже колоду не меняю. Вот надоедает магом играть постоянно, представляете? Там могу в течение там 2 часов там магом сыграть там не знаю сколько раз. Давай, давай, воин, воин, давай. Шевелись. Замораживаем существо по обе стороны от него и наносит по обе не страшно. Что-то, по-моему, уже не страшно. По-моему, уже все. Ребят, мы победили. Уха-а-а-а. 30 этого... Как оно называется? Здоровье. Не, ну... Слушайте, это круто. Мне что-то понравилось. Не, ну, понятно, магом прикольно играть.
Ну что, давайте дальше. Давайте дальше. Чё-то как-то это попёрло. А, о, белый обычный, синий редкий, фиолетовый эпичный, оранжевый не знаю. Белый обычный. А, и обычный вот. Оп. 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 Так. Неужели? Нет, нам хотя бы три раза выиграть. Вот я особо ничего такого не мечтаю, но три раза бы выиграть на арене уже будет рекорд. Уже будет рекорд. Уже, понимаете, легендарку получили. Три раза на арене, если выиграем, уже рекорд поставили. Уже все, уже не зря все это сделано. Еще, может, получим денег и еще сходим на арену. Понимаете? А вот давайте. Портал призыва открыт. Портал призыва открыт.
просто... О, можем его. Плюнуть в него еще можем под конец. Так, у нас будет 6. Волна огня еще недоступна. Будет 6, 4... Ну, как пошла? Ага, наносит одно единство всем существам. Ну, как-то не очень. Можно провокацию и пыльнуть. Можно секреты. Секрет. И пыльнуть. Секрет. И пыльнуть. Что же делать? С одной стороны, хочется, чтобы он что-то хорошее вызвал. С другой стороны, это же хорошее может на нас напасть. Поэтому... Да, теперь он может нападать. Вот я и знал. Я это и чувствовал, что птичка этот... А, он не на меня пошел, но... А, он его полетел. Да, что-то не очень получилось. Когда противник выбирает целью заклинания существо... Один тык, кто становится на улице. Волна огня. Волна огня. Она не убивает, к сожалению. Что же делать? Четыре... Давайте, ладно, защитимся. Защитимся. Потом мы... Стрельнем. Стрельнем. Он 4, я 3, 4. Посмотрим еще, что будет. Не, ну первая игра прикольная. Она имеется в виду магом. Вот первый я раз сыграл. В смысле, первый. В общем, где я победил магом. Там прикольно было. Две единицы урона. Кому-то начнешь делать с урона. Не, ну, это смысл. А, ты его убить хочешь, да? А, понятно. Понятно, да, ребята, я получаю 4 урона. А потом и 8. А у нас есть так, опа. Опа. Надо было вначале змея, а потом волну огня. Балдая. Балдая, балбес, а? Надо было змея, потом волну огня. Я изменю. Да, изменили. Мы его собрали. Так, каждый раз, когда вы разыгрываете карту заклинания, наносит 7 существа. Подождите. Это карта заклинания? Не знаю, давайте я все. Во, карта заклинания? У-ху. Я не знаю. У-ху. О. А что у меня еще тут записка? А, когда противник убирает цель заклинания существа. В общем, такой какой-то секрет, я не очень его. Становится целью. Что-то я, мне кажется, я не узнаю, как этот секрет работает. Не, потому что заклинание же хорошее может быть и плохое. То
То есть он может и хорошим, и плохим, ну, на мою точку. Давайте защитимся. Ой. Так, что мы имеем? Мы имеем плачевную ситуацию. Да. О, что? Кто? А кто? А. То есть хорошее заклинание, оно... Что-то я, конечно, не понял. Вау, ой, он меня забрал. А он постоянно что-то может забрать? Вы получаете... А, у него еще одна... у него еще одна карта такая. Ну... Надеюсь, тебе нравится моя твой... Что ж такое-то ты будешь делать-то? Да, 11 урона сейчас получу. Не, ну это да, это я вижу, это проиграю сейчас, наверное, это самое. Ай, у нас останется... А, еще две игры, наверное, останется. Еще, наверное, останется две игры. Мне это надо. Так. Ну давай, добивай уже. Ну это нас не спасет. Я могу карту дать. Бери карту. Это нас... Ой. Это нас не спасет. Ну, ну, жрец, давай. Ты можешь меня... Да давай уже, вот, уже все, давай. Чего ты там? Чем ты его лечишь? А, может, типа он думал, вдруг у меня волна огня есть? И он решил полечить, да? Нет, у меня просто еще есть это, которое мне не поможет. Давай, давай, жрец, убивай меня. Время, время идет. Ну, ну, давай, молодец. Молодец. У нас осталось еще два раза проиграть. Давайте дальше. Ой. Да. Проиграли. Дрюец, но... Есть, конечно, вероятность, что можно выиграть. Не стоило напрашиваться. Давайте все поменяем. Хочется все поменять. О-о-о. Легендарка пришла. Я и забыл, что у меня легендарка. Я и вообще, честно говоря, подзабыл. Легендакт, хорошо. Поможет ли она нам в этот раз? Огненный шар. Ох.
Огненный шаг, так. Ну что, вот эту. Особо ничего нету. Особо ничего нету. Что ты бьешь этого меня, а меня потом кусаешь? А, наоборот. Окей. А меня этим бьешь. Ну понятно. Хотя, может, наоборот надо было, ну. Ага. А что у него там? Нее, у него. О, а. О, он хотел себя, а получил меня. Не, прикольный секрет. Я вначале его не понял, но теперь-то я его понял, этот секрет. Теперь-то я этот секрет понял. Прикольный секрет. И что у нас на следующий ход легендарочка? У нас легендар. А почему легендарки так редко на арене появляются? Объясните, ребят. Не, ну понятно, что случайно. И наконец-то я
первый раз вызываю легендарку просто, я имею в виду на арене в частности, когда каждый раз вы разыграете заклинание, огненный шар в руку. Анака, О, такая музыка крутая. Давайте бьем его. Шаг какой, я не понял, который 4 урона наносит или 6 урона? Ой, 6 урона, который наносит огненный шаг. Который за 4 маны 6 урона наносит, да? А заклинание... А это не заклинание, да? Нет. Это не заклинание. Ну вот это же это заклинание, да? Так-так-так. Уже интересно становится. Становится уже интересно. Ой, вот это не надо было. Не надо, не надо. Все испортил. У меня столько карт было. Ты все испортил, мужик. Ну, давайте-ка посмотрим. Оба? Да, это 6 урона, которые наносит. Это которые наносит 6 урона. А мы сейчас... Так вот. И... Да? Ну что? Вот так вот. Это
Это было эпично, ребята. Вот что значит легендарка и маг. Неужели у нас будет 3 победы? Так, что у нас по времени? У нас... Нет, давайте еще одну игру. Вызови. А нам бы жонглера. О! Я сказал, да нам бы жонглера. Жонглер. Я второй хожу. И все прям хорошо. Конечно, я могу проиграть. Но. Тем не менее. Ну, две победы и легендарку выиграл. Это уже... И до этого, по-моему, 2 победы было, да? Или 1 победа? За то, что дадут пыль. Если за 3 победы дают пыль, ну хотя бы, я не знаю, сколько там пыли, ну соточку пыли там за 3 победы если дадут, то я буду вообще счастлив, просто я не знаю, потому что я еще приближусь ближе к заветной легендарке Лерой Дженкинс. И это будет обалденно. Что мы имеем? А мы имеем особо ничего. Давайте мы сделаем секретик, чтобы потом у нас этот вышел. И будем так его постукивать планомерно. Сейчас главное, чтобы наш секретик не разрядился. Извините, звоночек я не выключил. Так, ну что ж, овечку или всем под... Давайте за этими спрячемся, не знаю. Здесь так нанесем. Конек, пошли собаки. Понятно.
Вот если бы она... Если бы больше было маны... Ой-о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 й... Какой ужасный великан! Стоит на одну ману меньше за каждое другое существо на поле боя. Так. Мы должны очистить солнечный колодец. Что-то, ну, наверное, у меня три победы не получится в этот раз. Я так чувствую. О, понятно. Понятно. Так, разыгрывает заклинание. Если мы спрячемся, нас это не спасет. И мы получим 12 урона. Нам делать особо нечего. Нам особо делать, вы знаете, нечего. Особо-то. Особо-то нам делать и нечего тут, понимаете? И я чувствую, что через ход я погибну. И мы закончим эту серийку. Шестую уже. На этой неделе. Так. Ну да, 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 давай, давай. А, все, а, ты меня... А, ну все. Да, да, да. Да, ребятки. Это печально. Ну а у нас две победы, ну это хорошо. Ну что же. Так, ну минут 40 уже есть, давайте... На этом эту серию закончим, просто будет побольше серии, это интереснее, наверное, чем одна сильно-сильно-сильно-сильно большая. И я говорю вам всем пока, спасибо, что посмотрели, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Ну еще раз всем спасибо, всем пока.